В какой степени проекты НТИ попадают в фокус российско-белорусского фонда венчурных инвестиций? Попадают. И в последнее время все больше и больше. И связано это с тем, что качество проектов и воронка проектов НТИ увеличивается. Есть некая специфика в деятельности российско-белорусского фонда. Мы должны искать проекты, которые в определенной степени связаны с экономикой Беларуси в том числе. Вот, поэтому это несколько ограничивает наш маневр. Поиски проектов именно в воронке НТИ. Но, тем не менее, проекты мы эти рассматриваем, и все и больше смотрим, и они качественные и интересные. Высока ли, на ваш взгляд, заинтересованность игроков рынка в инвестировании в проекты в НТИ? Что нужно, чтобы заинтересованность это была выше? Вероятность достаточно велика, хотя сложно говорить за всех игроков рынка, но с теми, с которыми мы знакомы, в связи с тем, что качество увеличивается, количество увеличивается, интерес все больше и больше растет. И бренд НТИ, в принципе, становится таким знаком качества на многих проектах.